А ты здравый сегодня. Абайл. Джулион. 24-го года. Какие особенности у него? Это в изменениях? Да, по сравнению с предыдущим. Ну, во-первых, появился новый обвес. С бампера стали другие. Добавился кросс-обвес, который защищает лакокрасочное покрытие. Ну, он стал более таким привлекательным, внедорожным, можно сказать. А, добавилась панорамная крыша, люк. То есть до этого у них этого не было. Теперь есть панорама, люк. Добавилась вылет руля. То есть раньше его не было, то есть был только по высоте, теперь есть вперед, назад, вылет тоже регулируется. А, добавилась вентиляция водительского только сиденья, пассажира нет. И перфорация всех сидений. То есть и сзади, и спереди теперь перфорированные сиденья. Раньше этого тоже не было. Такие недочеты, в принципе, все принимают, все это исправляют, все это делается. То есть даже сейчас новые М6, хотя годовалые машины, буквально год на нашем рынке, уже заходят. Интересная комплектация там, ну, комплектация все та же, но добавили люк. Например, люди просили, они добавили люк. Мы сейчас не можем открыть. Одним нажатием открывается панорамная крыша. Здесь сетка получается не плотная, больше такая, как москитная. Плотно положение. Тоже полуоткрытие и полное открытие. Ну вот сейчас на улице 28 градусов, солнышко светит. 31 показывает машине. 31. По мультимедии все так же, все осталось то же самое. А, и добавилась подсветка, то есть сейчас теперь вот здесь в панельках есть подсветка. Амбиентная подсветка, да, динамичная. Я вижу, что-то там моргает. Она на дверных картах здесь появилась. Угу. Тоже ее так не видно. Светлое время, а так видно. Уже можно закрыть, потому что это... Лучше тень, чтобы была. Но по-прежнему дисплей, он такую солнечную погоду ликует. Да, на нем ничего практически не видно. Вот еще там, если еще пылью покрыто. По панели, в принципе, ничего не изменилось. Нет, по изменениям ничего нет. Вот. Единственное, что это... Убрали в новых комплектациях цвета различные. Расцветки теперь нет, все однотонное. А, нет, есть расцветки. Оранжевый также выпускается и красный салон. Черный, оранжевый, красный. Три салона вариации. Есть. По цветам их стало меньше, по, получается, экстерьеру. Остались только белый, черный, серый и красный. То есть раньше был еще голубой и зеленый цвет, их теперь нет. Ну, зеленый салатовый. Цвета убрали как менее популярные. Ну, подстраиваются под наш рынок, все равно подстраиваются, делают. То есть на российском рынке комплектации все равно другие, там свой завод, они по-своему выпускают. А там комплектацию, например, можно найти на тканевом салоне, то есть это будет, как типа у нас комфорт идет, но он будет на полном приводе. Но у нас на полном приводе это будет точка, только максимальная комплектация H+. А он идет и на полном приводе? На полном приводе есть, да. Вот такая же комплектация, но на полном приводе. Отличие в двигателе идет. Получается, здесь стоит двигатель на 143 лошадиные силы. Полторашка, да? Полторашка, да. Там стоит тоже полторашка, но там идет двигатель на 150 сил. То есть двигатель другой. Отличие по впрыску. И отличие по мозгам, получается, по компьютеру. Там стоит компания Delphi, здесь бошевские мозги стоят. И отличие идет по ходовой части. Естественно, потому что здесь стоит балка, потому что переднеприводный автомобиль. Там, да, идет уже независимая ходовка. А там стоит муфта Haldex 5-го поколения, в принципе, которая на 60 отключается, защита от перегрева, имитации создает. Ты вот сказал, на некоторых машинах система управления Bosch, а на некоторых какая? Delphi. Delphi? Угу. Delphi это тоже американская? Тоже, да. Это американская? Американская, хорошая компания, да. Тоже по программированию, в принципе, они одни из первых, которые занимались компьютеризированием и программированием. А Delphi также, ну, в машиностроении активное участие принимает.
Ну, просто вот сделали вот такое. Здесь мониторинг слепых зон есть? На этой комплектации, да, есть мониторинг слепых зон, круговой обзор, антистолкновение, все это есть. В колодцах показывают, но вот сейчас ничего не видно абсолютно. Вот здесь? Да. Нет, мне, например, все видно. А я вот отсюда не вижу ничего. Ну да, то, что возможно с вашей стороны. Потому что здесь матовое стекло, это видите, все равно покрытие матовое. Так. Все видно. Видно, да? Красивые зелененькие. Кстати, и этот, вот эту панельку, она во всех комплектациях вот премиум была сенсорная. Да, она раньше была сенсорная. Сейчас ее изменили, сделали кнопочную. То есть тоже люди говорили, зачем сенсор, неудобно. Да, все, они поставили во всех комплектациях кнопки. Это лучше. Классно, удобно. Это лучше. Ну, в принципе, недостатки убирают, дополняют, чем-то доделать. Джлен, он один из всех переделанных, наверное, автомобилей. С 19 года его делают. Постоянно улучшают. И вот на 21 год там ни одного, на 23 год получается, ни одного замечания по машине не было. И китайцы решили сделать рестайлинг. Ну, панель красивая очень. Мне нравится. Нету таких каких-то замудренных форм. Все просто и понятно. И она не массивная, не напрягает тебя. Вот она не наваливается на тебя. Колодцы, как многие привыкли, сейчас же тоже колодцы мало где ставят. Здесь как бы колодец тот же самый, более привычные все вещи. В Китае он называется Красный Кролик, Хавал Красный Кролик. Красный Кролик? Да, Красный Кролик. Не знаю, почему-то не Красный Кролик он. А по-китайски как? Red Bunny он так и называется. Red Bunny? Да, что-то такого типа, Red Bunny, что-то так. Точно Красный Кролик, я помню, что переводится прям Красный Кролик. Здесь у нас он Джулион, а там Красный Кролик. Ну, тут как бы ушей никаких заметных нету, почему Кролик он назвал? Что он там? Ну, как, так же, как Дарго. Если Дарго называют большая собака, Бигдог. Бигдог. Он же в Китае называется Бигдог, Хавал Бигдог. Да? Хавал большая собака. Точно прыгает хорошо. Колеса 18 стоят. Низкопрофильная резина 55, в ширину 205, с давлением 2,4. На заметку, на всех китайских автомобилях, ну, насколько я знаю, 2,4, 2,3 минимум допустимое значение. Я проеду на ней? Мы путевой не делали. Делали путевой? Не делали путевой. Я могу остановиться, сейчас можем этот выйти, там посмотреть под капотку, под по багажнику, поснимать. Ну давай. Я сейчас где-нибудь пенечек встану, чтобы солнце не светило. Никого. Вот тут нормально. Закрывается. На сколько? На 18, да? 18, да, колеса. 18 колеса. Вот этот, это не Bosch уже, да? Это Bosch. Bosch? Это не полноприводная модель, да, это Bosch. Но раньше у них закрыт, не было закрыто, раньше были, да. А сейчас пластиком сейчас закрыли. Вот этот полтора. Свет сделаю побольше. Ну, также аккумулятор китайский, в принципе. Нашего здесь ничего нет абсолютно, да? Чего, какого? Российского, казахстанского? Казахстанского, да. Нет, откуда здесь казахстанского? А турбина где стоит здесь? Турбинка вот тут сзади стоит. Здесь прикрыта она там. Она по размеру небольшая. Небольшая. 15 диаметра, вот такая турбинка. Вот такого где-то размера. Борг-Варнер турбина. Вот какая цена у нее? Вот так? Чисто за турбину? Да. Не знаю, чисто не интересовался даже. Резинка здесь. Ну, хрома нету. Да, меньше хрома стало, машина меньше стала хрома. Полностью в антихроме. Камеры.
решетка поменялась, вот этот обвес, кросс-обвес. Также 92-го бензина кушает она. Здесь балка, да? Да. Багажник небольшой, такой более седанский багажник. Ну, в принципе, джулионный. И он такой идеальный с седана пересаживаться на первый кроссовер. Прям очень удобно будет, потому что и посадка более низкая, более седанская. Здесь пятое колесо или с докаткой? Нет, это докатка. Это докатка. Пятое колесо только в дарке. Ну, размер такой же? Или... Нет, 17. 17. Угу. Ага. Ну, где-то 400, 450-480. Как у Весты, наверное, примерно более. Нет, у Весты больше. Весты больше, да? Весты однозначно больше. Нет. Автоматического. Нет, автоматического так и не поставили. То есть все ждали, что это появится, типа в рестайлинге будет автоматически, но нет. Рейлинги здесь. Тонировка идет. Заводская. А? Тонировка панорамы заводская. Все заводское, да? Ну как все? Задняя тонировка это не заводская. Ну, оружие стекла это чего? Это дилерская. Дилерская, да? Вот сейчас обменная подсветочка, вот тут видно, как она. Она меняется в режимах, можно волновой, можно под музыку, ну, она будет играть. Ну, красиво. Красиво. База одна и та же, что и М6. Они на одной базе сделаны. А М6 это механика, да, или... Нет, почему? Тоже робот. Там робот, а здесь... Здесь тоже робот? Там робот, по-моему, такой рычаг. Да, другой рычаг. Стоит, другой, а здесь клавиши. На одной базе сделан одинаковый клиренс, просто чуть разная настройка ходовой части, разная чуть развесовка идет. Холодный на себя. Прям холодный. Прямо холодный. Там у нас зарядка есть, да? Встроенная зарядка, да, все есть. Как здесь все ассистенты уже в головном устройстве. На лобовом стекле все есть. Ассистент, датчики движения, удержание полос. Адаптивный круиз-контроль. То есть все, что есть в максималках, в любой другой, здесь тоже это все есть. А цена, но цена 10990 за передний привод. 10990. Да. Максимальная комплектация на переднем приводе 10990. Какие программы есть сейчас? По кредитованию? Да. Сейчас стандартное кредитование, в принципе, чуть понизили процент через некоторые банки-партнеры. 15% годовых, 10% первоначального взноса, до 7 лет кредитуется. Ну, 115, 120. Чувствует себя прекрасно машина. Разгон хороший за счет турбины. Она прямо летит хорошо. Ну, 19% это не маленький процент. Не маленький? А когда проценты были маленькие? Ну, я говорю, что понизили процент. Был 24. Чего, 24 до 19? Да. Ой, как сильно повредили. И то не все банки, потому что есть банк, который по 28 выдает до сих пор. Рассрочки нету? Вот рассрочки нет. Hyundai дает рассрочку сейчас. Но... Сейчас проблема в том, что идет жесткая поддержка машин казахстанской сборки, поэтому они запускают какие-то льготные, либо субсидированные вот эти рассрочки, пониженные проценты. Да, для казахстанской сборки есть такие плюсы. Для иностранных машин такого нету. И сейчас многие стремятся собирать машины в Казахстане, чтобы их продавать, соответственно, по таким же условиям. Сейчас уже, то есть, ну, если эту машину начнут собирать в Казахстане, то будет, да, рассрочка. Да, то на нее будет рассрочка, и... на нее будет льготка, на нее будет все. Ну а так, и как ее покупают сейчас в таком, с 19%? Да, покупают, конечно. Это на 7 лет получается 200, сколько? 200. 200, да? Да. Переплата получается сколько, если здесь... А 500? Переплата выходит 7 миллионов, ну, то есть... на 7 лет. Короче,
машина стоит 11 миллионов, отдаешь 18 миллионов. Ну, я не знаю, кто на это пойдет. Но, конечно, 7 лет это срок большой, там, на каждый год по 1 миллиону, который способен переплачивать, да? Ну, а какие слои населения покупают эту машину? Средний слой населения, да. В основном. Ну, потому что альтернативы, в принципе, так таковой нету. Если рассматривать другие машины, даже взять того же корейца, то есть кореец в такой комплектации, с такими размерами, будет стоить в районе 16-17. Даже сейчас с пониженной ставкой, но это Tucson. Это Tucson. Но у них он меньше стоит. 14 миллионов пустой у них стоит. 14. Пустой Tucson 14 миллионов на тканевом салоне, с камерой заднего вида. Ну, то есть, вот такой комплектации это будет 16 миллионов стоить. Ну, Tucson там, они по программе тоже там есть у них рассрочка до 3 лет. Ну, по сути, то на то и выходит, что взять Tucson, либо взять Giulio. То есть, это будет одинаково. Там вы за 16 миллионов берете, плюс рассрочка, при любом проценте это будет 17-18 в итоге. А общая стоимость машин также и здесь. Взять за 11 миллионов. И в итоге это будет переплата 18. То есть одинаково все это. Да. Государство не обманешь. Государство вместе с бизнесом собирает деньги. Правда, как государство от этого что-то имеет, непонятно. Бизнес-то имеет. Сейчас сборки китайских машин очень активно продвигаются на Костанайском заводе. Это уже собирается Мода, уже собирается Черри. То есть, ну, можно эти варианты найти машины уже с хорошим кредитованием. Из-за того, что они начинают собираться в Казахстане. Джаки, соответственно, тоже в Казахстане собираются. А завод Хавал уже достраивается, обещает запустить в 2025 году. И тогда вот эти программы. И тогда пойдут эти программы, да, соответственно. Посмотрим, отразится ли это на сборке автомобилей. Ну да. Потому что обещают мелкоузловую сборку, полностью весь цикл обещают сборки. То есть это будут и кузовные детали, это будут и двигателя, и коробки. То есть все полностью будет собирать Казахстан. Но... Лишь бы своих не добавляли детали, а так. Лишь бы все детали добавляли, которые должны быть на месте. Ну да, я вот как один, не знаю, сиденье на автомобиле начали Казахстан собирать. Но ага. Там такие сиденья. Ну там, соответственно, все под руководством Китая. Посмотри. Китайцы обычно заводы запускают не как корейцы, то есть официальный завод в Туле, который стартовал в России, там тоже весь цикл идет. То есть от двигателей до всего они собирают сами. Не как у нас костанайские заводы, которые делают только крупноузловую сборку, то есть кузов отдельно это отдельно собрали. То есть здесь все прям будет. С одной стороны хорошо, с другой стороны страшно. Посмотрим. Ну, с кем они собираются конкурировать, сделав такой завод? Для внутреннего рынка? Нет, ну тут по идее должна прям очень сильно опуститься цена. Ну, опустится цена, и за рубеж они должны будут продавать. Ну, за рубежах же свои заводы везде ставят. Ну, везде свои заводы. В Китае никто их не будет покупать. В Европе тоже из Казахстана машины никто не будет покупать. Для кого строят? Для 2 миллионов владельцев в Казахстане, 2 миллиона. Ну, обновят парка, дальше что? Смысла нет. Ну, значит, есть смысл, если строить. Потому что, ну, не первый завод в Казахстане строится. Все время строится и делаются. Значит, кто-то покупает. Ну, то есть, продажи-то показано, что каждый год растут только продажи. Нет такого, что продажи падают. Каждый год растут, значит, люди покупают, обновляют. Все, закончился тест-драйв.